Суруханский районный суд Баку приговорил 3 марта директора Института свободы и безопасности репортеров блогера Мехмана Гусейнова к 2 годам лишения свободы по иску о клевете. Как сообщал «Кавказский узел», после своего задержания 9 января блогер заявил, что подвергся пыткам со стороны полицейских. Именно это заявление МВД и личный начальник управления полиции Муса Мусаев сочли клеветой. Не знаю, как их назвать. 8 человек на меня набросились, накинули на голову мешок. Мне заткнули рот тряпкой, завязали глаза. Я не мог дышать, а это надели мне на голову. Ударили электрошокером, затащили в машину. В машине я ничего не видел. На голове мешок, глаза завязали, рот заткнули. Меня заставили согнуться, наклонили голову вниз и в таком положении куда-то везли. Я почувствовал, что из носа идет кровь. Начал задыхаться, ведь рот мне заткнули. Я не мог дышать, во рту пересохло. Они хотели, чтобы я стал умолять их о пощаде, но я не стал их просить. Суд вынес обвинительный приговор Мехману Гусейнову, не позволив стране защиты подготовить заключительное слово. Адвокат Ильчин Садыгов назвал решение суда незаконным и политически мотивированным. Мехман Гусейнов сегодня был незаконно приговорен к наказанию в виде лишения свободы сроком на 2 года. Он признан виновным по 2 пункту статьи 147 «Клевета о совершении тяжкого преступления». Судебный процесс прошел с грубыми нарушениями. Был нарушен принцип состязательности, нарушено право на защиту. Нам даже не дали времени, чтобы подготовиться к заключительному слову. Суд спешно вынес приговор без должного расследования. Ни одно наше ходатайство не было удовлетворено. Мы не согласны с этим приговором и подадим апелляционную жалобу. Это однозначное нарушение свободы слова.